Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня я представляю вашему вниманию обзор сорбита кристаллического. Сорбит – частый компонент пищевой промышленности, где он выполняет роль заменителя сахара. Особенно полны энергетические напитки и продукты. Сорбит получают синтетическим путем из глюкозы или из растений. Сорбитол представлен в виде мелкого порошка, кристаллов без запаха, но со сладковатым вкусом, хорошая растворимость в воде, хуже в спиртах. В современной косметологии сорбит также многофункциональный. В косметических средствах значительно улучшают их качественные характеристики. Действие сорбита таково. Выполняет роль гигроскопического вещества, улучшает структуру косметического продукта, загуститель, придает блохотистость эмульсиям, альтернативная замена глицерина, придает прозрачность гелю и глицериновому мылу. Расширяет мыло с нуля для придания больше пластичности. Увлажнение дермы. Применение сорбита таково. Жидкие пудры, косметика для тоников волос, пасты зубные, мыло с нуля, шампуни, дезодоранты, лосьоны после бритья, тональный крем, маски, гаммажи, заменитель сахара, пищевая добавка, продукты диетические для похудения и диабетиков. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!